Хей, всем привет, ребята! С вами снова я, Евика Тоби, и сегодня я вам скажу, что сегодня будет реакция на Мэри Сью. Да, я все-таки я над вами пошутила, что я на месяц заброшу канал. Я что, по-вашему, могу забросить канал аж на месяц? Ладно, приступим. Всем привет, недоноски. Я вам... Кого ты назвала недоноском? Далеко нам юни. Также я хочу кое-что сказать. Санс меня любит. Да, Санс? Да, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Санс. Самое главное, теперь я ваша королева. Я рисую лучше всех и анимирую. Боже. О, боже мой. Кого ты назвал недоноском? Во-первых, почему, когда ты махаешь рукой, у тебя она отрывается, и ты говоришь, главное, что ты лучше анимируешь? Ребята, простите за то, что если у вас заболели глаза, но меня это жестко бесит! Моя королева. У нас есть доказательства. Вот. What the fuck? What the fuck? What the fuck? О боже мой. Помогите, я не могу так. С вами я, как всегда, я сама красивая, да. Сегодня снимаем видео. Я снимаю видео про то, что самые ужасные каналы. Да, я хочу вам сказать. Санс мой и Бенни только мой. Так что вот. Первое начнем. Это первое. Первое это, конечно же, наш любимый Вик спокойно. Так что она хуже снимает, чем я. Красивая рисовка моя. Так что поставьте сразу лайк. А то вам пожалеют, мой парень вас убьет. Да, вот. Я дура. Хи-хи-хи. Умри. И ты, что тебе нужно? Умри! Лас, пока, сумлая, пока, пока, подписывайся на меня! Ребята, со мной все окей, у меня просто немножко глаза сгорели. И еще меня смущает то, что она... Почему она именно других аниматоров заналачивает, что они плохо рисуют, а главное, у самой голова круглая и просто ужасная рисовка. Не будьте такими. Ребята, берегите свои глаза. Простите, ребята, но я не могла удержаться показать вот такое говно, простите за выражение, но я вам сейчас покажу оригинал. Ну, вот и оригинал. Этот более красивее, чем вот тот с рисунком. Так, ребята, я больше не буду показывать дальше. Потому что неприлично. Ребята, но Вульфи Чу, оригинал Вульфи Чу более оригинальный и красивый. Он очень красивый, чем вот та тупая срисовка. Я ненавижу срисовщиков. Я на них бомблю жестко. Я не знаю, мне они не нравятся. Продолжаем. Потом берегите свои глаза.
Ребята, у меня мурашки по коже, и почему она это рисовала долго, так долбанное вот это сердце? У меня уже мурашки по коже не по себе от вот такого. Во-первых, срисовка у Вульфичу. Почему все сюхи срисо именно у Вульфичу? Бедно Вульфи. Мне ее так жалко. И да еще я срисовала еще какой-то чужой арт, чтобы нарисовать Бенди. У меня вопрос, что я только что посмотрела, у меня чуть глаза не лопнули из-за таких цветов. Во-первых, очень много грамотности. И это... Простите, ребята, я ненадолго от вас отлучилась. Почему так убого нарисовано? И немножко мне уже страшно из-за этого. Ну ладно, ребята, всем пока. С вами была Евитуби. И сегодня... сегодня была реакция. Мне было немножко страшно, но не будьте сюхами, это очень плохо, и на вас будут бомбить жестко. Ну ладно, пока, подписывайтесь на меня и ставьте лайки. И жмите на колокольчик, если вам вдруг будут интересны мои видео. Но это вряд ли.